Всем привет! Сегодня хочу вам показать посылку. Сегодня получили. Это хризантема на срез. Здесь 8 сортов. Может, хризантема приходить вот еще вот в таком вот виде. Хотела вам это показать. Где покупала, не спрашивайте, так как там уже ее нету. Покупала я просто в Инстаграме на странице. Продавала одна девочка по 15 гривен за корешок. Хочу вам показать какие-то корешки. Смотрите, вот на каждой из хризантемы, ну практически на каждой, можно вот уже будет снять черенки. Смотрите, какие они уже большие. Вот здесь вот вообще пришло с большим черенком. Завтра я вам сниму видео. Обязательно будем, что мы с ней будем делать. Мы ее посадим в горшки или стаканчики, что найдем. Также срежем сразу вот эти вот черенки, поставим на укоренение. Ну, в общем, посылкой, в принципе, я довольна. Недовольна, конечно, то, что не везде подписан сорт. Здесь вот сорта вот есть, а здесь сорта 4 штучки, разбирайтесь как хотите. Ну, будем ставить цифру 1, 2, 3. Сорта напишем уж тогда, когда зацветут. Вот. Смотрите, а еще хотела рассказать, когда покупаете, допустим, у бабушек, у дедушек посыл, цветочки, вот именно хризантему, допустим, вот так вот будет вам продавать бабушка, не обращайте внимания именно вот на вот эти корни, обращайте больше на внимание именно на побеги, вот эти вот почки, которые есть, именно с этих почек мы будем с вами получать черенки. А корни это такое, оно все равно выбросится, нарастется. Вот. Сейчас вам показать, смотрите. Здесь, смотрите, вот это сорт Салмон. Смотрите, здесь вот один. Вот. Здесь вот сколько можно черешком уже сразу вот нарезать. Здесь. Здесь вот тоже, смотрите, вот один, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, в общем, завтра обязательно вам сниму видео. Буду все это садить. Покажу как. Хотела сделать сюда видео для видеопосадку, но решила сделать это видео отдельно, так как много нужно снимать. Вот, приведу их в порядок, покажу вам, какие они будут уже в посаженном виде. Уберутся все вот эти вот плохие листья. И снимутся черенки. В общем, красота. Всем спасибо за просмотр. Ждите следующее видео. Подписывайтесь на канал. Впереди будет очень много всего интересного. Все это будем садить с вами весной. Все это будет цвести. А еще хотела сказать, того у нас 19 сортов уже срезочной хризантемы. И еще планы на дальнейшее. Сможете вы купить себе маточные кусты уже осенью в следующем году наших хризантем на нашей интернет-странице в Инстаграм. Все вот эти вот сорта будем продавать уже осенью. Хочу продавать в цветущем виде. Будем выгонять маленьких горшочках, чтобы они цвели. Будет, ну, в общем, будет очень много интересных видео, будет много интересных продаж. Так что подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.